По итогам июня 2019 года Республиканское агентство поддержки малого и среднего бизнеса заключило 35 договоров на предоставление микрозаймов. В прошлом месяце субъектам малого и среднего бизнеса Чувашии было выделено более 55 миллионов рублей. Денежные средства выдавались на пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости, оборудования, автотранспорта, а также рефинансирование текущей задолженности в других банках. В целом портфель микрозаймов на 1 июля превысил 500 миллионов рублей. Микрозаймы выдавались предпринимателям, ведущим свой бизнес в 12 районах и городах Чувашской республики. За июнь 2019 года создано 34 рабочих места, сохранено 484.